Еще локоть, еще локоть! Андрей, в печень вертушка заходит. С ноги с правой можно дать. Вот, хорош! Привет, мое имя Вадим Тихомиров, и у меня для вас небольшое послесловие к турниру Александра Шлеменко в Омске. В главном бою там дрался Андрей Корешков, и вы точно знаете, что у него очень хорошо получается слушать и слышать своего главного тренера Александра Шлеменко. Сейчас мы покажем, как это работало в бою с Леонардо да Сильвой. Звук для этого видео нам предоставлен микрофоном Александра Лютикова, и давайте отметим, что у микрофона получилось закрепиться на шее Шлеменко лучше, чем у Дэвида Бранча и Йонаса Бильштайна. Почему Шлеменко не было в углу, что сказал Корешков после боя и как часто Андрей дрался на этой площадке в Омске, можно узнать у нас на сайте Матч ТВ. Андрей, внимательно! Внимательно, он нервничает! С ноги с правой можно дать! Вот, хорош! Хорош! Стоять, 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 шею! Все, стоять. Да, освободи, освободи. Внимательно сейчас. Хорош. Руки, руки держи. Вертушку можно кинуть. Вертушечку. Андрей, вертушечку. Он бежит, вертушку кинь. Вот, попал. Держи руки. Руки держи, Андрей, руки. Поспокойнее, Андрей, поспокойнее. Хорошо. Хорошо. Молодец. С правой начинай. Хорош. Еще продолжи. Рукой, рукой. Рукой дай. Да, да, да. Только ручки, Андрей, только про руки не забывай. Подбородок не поднимай. Коленом, коленом, Андрей, коленом, локти. Андрей, джебом добавь, джебом добавь. Можешь джебом добавить. Вот. Джеб-нога, джеб-нога потом. Готовь джеб-нога. Вот. Хорошо, апперкот. Еще джеб-нога можно сделать. Вот, джеб. Потыкай, потыкай джеб, потом с ноги дашь. Вертушечка! И с ноги в голову дай! Через левую руку, правая нога в голову! 3 минуты прошло, Андрей! Андрей, в голову вертушку тоже можно дать! В голову вертушку! Да! Андрей, 2 минуты. Бросить, бросить. Хорошо. Подними голову, подними голову сейчас. Андрей, спокойно спину выпрями и добивай. 1,5 минуты. Оттаскивай под себя. Не поднимай. Голову выше. Андрей, спину ровно выпрями. Голову подними. Давай, заходи на короночку свою, заходи. Обойди ногу, обойди ногу. Хорош, хорош, Андрей, хорош. Еще локоть, еще локоть. Посмотри, удар правая зайдет, локоть правая, коротенький. Спокойно, спокойно.
аккуратно. Смотри ножку, Андрей. Вниз, вниз и скидывай, вниз. Андрей, Тимура, Тимура, смотри. Андрей, 19 секунд. Не успеешь, наверное, уже. Андрей, смотри без суеты. Сейчас много суетился. Все у тебя получается. Поспокойнее. Андрей, в печень вертушка заходит. Попробуй его просто растаскать и в печень дать. Также заходит джеб и в голову. Слышишь? Только без суеты, Андрей. Без суеты. Сильно хочешь его засадить. Поспокойнее. Тогда получится. Понимаешь? Слышишь меня? Сильно хочешь. Также правой можно в корпус дать солнечный. Тоже можно дать, слышишь? Поспокойнее сейчас сделай, все получится. Андрей, не лети, руки держи, только не лети, понимаешь, чтобы шального ничего не было. Вот, спокойно подходи и разбивай его. Все получается. Хорош. Андрей. Хорош, Андрей. Встал хорошо. Также поднимай голову, Андрей. Поднимай голову спокойно. 4 минуты осталось. Андрей, внимательней. Андрей, потихоньку обойди гард. Хорошо, Андрей, он чувствует их. Крепкий бразилец, да? Сколько ударов пропустил. Молодец, молодец, бразилец тоже. Бразил крепкий, крепкий бразилец. Андрей, так же! Андрей, сбрось эти ноги! Так же сбрось, хорошо добьешь. Отлично! Давай, давай, давай! Еще дорабатываем, уже все! Андрей, так же. Дай за локтя. Он поплыл. Да еще. Давай, давай, вот. Давай, задуши его.
Борщ! Давай! Молодцы! Андрей! Красиво! На этом все. Меня зовут Вадим Тихомиров. Спасибо, что смотрели. Пока!